Привет, дорогие друзья! Получил я сегодня посылку от родителей к Новому году уже. Я ее не собирался снимать, но потом открыл, смотрю, нет, такое надо снять. Сколько конфет, уже открыл ее. Значит, тут они конфеты. Я в шоке, я думал, тут что-то другое, тут тотальные конфеты. Но не только конфеты, это вот шиповник. Шиповник, это витамин С, кто любит. Шиповника, кстати, где-то 0,5 килограмма здесь прислали. Но кто не знает, шиповник надо через трубочку пить, потому что зубам хана. Хотя я пью через трубочку, и зубам все равно хана. Потом вот такой пакет конфет, тут всякие белочки. Аркадия, что-то знакомое Аркадия. Что-то я такой ел, королевский шарм. Там и раньше такие ели, да, ели такие. Так, потом дальше следующий пакет. Ёлочки. Да, Юля. Что? Ну ты да, Юля? А чё ты так? Ёлочки, вот еще один такой пакет. Конфетами. Я не знаю, все это мне или мне с Димой надо делиться. Потому что как-то вот разделено так интересно. Может тут какая-то часть Димы. Да? Но хотя я что-то подозреваю, что это все нам. Ну хотя сильно много. Как конфет, как по мне. Потому что еще елочки. Только ты сейчас все смешаешь. Да нет, это мы, наверное, разберемся. Елочки, королевский шарм. Тоже. Ну да, они по весу разные. Или по, если даже это на двоих, по старшинству нам пакет больше. Я шучу. О, еще уже грамм 750 этого шиповника. Ну то да. Вы, наверное, хотите, чтобы у меня зубы окончательно выпали. Так, шиповник пить. Так, потом еще конфеты пакет, следующий, гуси-лебеди. Гуси-лебеди, Аркадия, опять же. Просто интересно. Еще один пакет с конфетами. Тоже Аркадия, гуси-лебеди, елочка. Так. Стрела. Это стандартная наша новогодняя. Это вот раньше, но в детстве я помню, что у нас вот стрела это стандартное новогоднее мероприятие. Лень, какая красивая. Это, наверное, курочка ряба, Игорь. О-о-о. Такая коробочка, лень, красивая. Да, это... Кто... О, я в детстве такое любила. Кто помнит, я тоже помню. Это мне крестная такое всегда привозила. Курочка ряба. Это там еще будет этот, такие яйца будут. Там как солома такое сделано. И как солома лежит, и типа яйца куриные, там замотанные такие. Да, у нас даже у бабушки коробка, помню, лежала, она в них что-то хранила. Ностальгия. Вот такие конфеты. Спасибо большое. Ну, тебе курочка ряба, да, понравилось? Ну, 200 грамм курочки рябы, ну это классно, это да, такое даже ностальгическая конфета такая. А боже, это что такое? Так, это... Еще какие-то, боже мой. Шахтерский торт. Ничего себе. Я, конечно, не шахтер. Это, наверное, какой-то, помнишь, у нас раньше были в Конти? Не, шахтерский торт у нас в Конте был, это типа киевского, типа Калины Красной и шахтерский, они как бы на одно лицо. Ничего себе, были. Это какой-то шоколадный, наверное, вафельный. Другой торт, ну, не, он там закрытый, забудь, такой торт, ну это, наверное, такой какой-то, типа труфеля, как да? По картинкам, я так понимаю, шоколадные, так, потом... Здесь у нас какие-то палки. Я уже подозреваю, что тут скорее всего махан. Даже ногами воняет. Так, не только махан. Или это... А, нет, это все махан. Это все махан. Ой, Игорь, аж слюна. Ну, я, наверное, прямо сейчас буду
тебя сейчас тоже ностальгия. А то ты смотри хоть до Нового года хоть. Ты сейчас палку, я верю, что ты сейчас и две съешь. Так что вот такие две палки махана, это вкусная колбаса. И причем, что такие заводские маханы, которые там с наклейками, татарская колбаса, галима, именно такие на рынках, что продают. У нас в Донецке, до войны, не в Донецке, в Макеевке был цыганский рынок. И там вот цыгане торговали лошадьми. Так, какие-то заначки замотанные. И тоже две штуки. Я подозреваю, что мне ими надо будет что-то командировать. Ну да, что-то две колбасы. Ну и много так. Конфет. Ну Дима Махан не любит. Так. А что это? Крымский лук. Но это настоящий крымский лук, не тот, который продают в АТБ. Отвратительно. Это настоящий крымский лук. Это, походу, тоже крымский лук. А так замотано многообещающе. Я ж испугался, как это могло почтой прийти. Еще одна крымская луковица. Но красивый. Это вкусный. Это настоящий лук. Это не будешь то, кушать. Что продают. Так что тут может под подолом. Может. Олень, колбаса какая жирненькая. Пропитала все. Да, так, все. Ну, получается. Вот это. Вот это. Ну, махан, то ладно, то понятно. Это самое вкусное. Рад. Я больше всего рад махану вот этой курочки ряд. Ну вот это, конечно, сколько конфет. Да все супер, Игорь. Все супер, все. Спасибо большое. Я прям сейчас махана съем, наверное. Потому что махана уже не ел давно. Уже года три, наверное, его не ел. Или два. Так что вот такой подарок нам на Новый год. Презент от родителей. Все, спасибо большое, мама, папа. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ну, до Нового года еще времени дофига, в принципе. Все, подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Все, всем пока.